Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Far Cry 3 Blood Dragon. Так, окей, где мы остановились? Мы остановились на том, что я хотел пойти захватить базу. Так, тут что-то есть внизу. Или это туннель, о котором я даже не знал. Короче, я сделал отметочку. Я хочу захватить одну башню. Давайте, короче, сбегаем. Она, в принципе, карта не очень-то так уж и большая на самом-то деле. Если смотреть, какие у нас суперспособности. Быстрый бег. Ух. Хорошо, меня не заметили. Так сильно. Дикие кабанчики. Как я понял, скорость у нас бесконечный бег. То, что мы же робот. То собаки? Жить. Мне нужно сердца. Что я промолчал, я думал, короче, дальнейший план. Нам нужны бабки. Так, ну нафиг. О, там что-то есть. Бегаем. Почему камера активировалась? О, еще плюс один. Ого, скелетики. Аптечки. И главное, что телевизора ничего такого не дают. Пускать мне, как я понял, придется самому потом. Так, что вот то такое? А, мы там были. Воу! Что? Убито животных 3. Ого. Все-таки кто-то животных поубивал. База данных. Видение. Дикие животные. Кровавый дракон. Никто не знает, откуда взялись кровавые драконы, но они своего рода средний палец, который мать природа показала человечеству, возомнившему себе вершины пищевой цепочки. Эти загадочные чужеродные твари покрыты броней. Их кровь мутагенна. У них отличный слух и глаза, стреляющие огнем. Ну да, драконы. Практически слепы. Но когда это... Ну кого это волнует? Они же стреляют огнем прямо из глаз. Короче, как Годзилла. Казуар... Мутант. Думаю, вы бы тоже разозлились, если бы внезапно поумнели настолько, чтобы осознать, что вы неуклюжая птица, даже не умеющая летать. Раз, и вы вдруг начинаете думать над странными вещами. Зачем я перехожу через дорогу? Зачем я не могу использовать инструменты? И все такое. В общем, неудивительно, что они готовы выклевать вам глаза. И поверьте, им это под силу. Ножницы. Так, неоновые змеи. Признайтесь, если бы вы жили там, где в кустах кишат ядовитые змеи, вы были бы не прочь замечать их до того, как вас укусят. Вот она ученому и пришла в голову отличная идея создать на наноботов, которые бы охотились на змей, воскрешая их в самый что ни на есть яркие цвета. Ну да, получилось нечто вроде граффити немыслимого масштаба. Но вряд ли кто будет возражать против вандализма такого рода. Так,
Особые предметы, телевизоры. Животные. А. Значит, понятненько. Хотя не, можно их убивать все. Даю новую задачу. Не оставляйте никого в живых. Понял. Это я сейчас где? Что там такое творится? Так эти. Я немного застрял, кажись. Что это за место? Это точно не дружелюбное место. Ой, тихо. Они что, здесь разъезжают внутри? Че, больные? Что это за место, во-первых? Главное не упасть. О, черт. Тихо, 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 пожалуйста. И тупим. Так, тихо, тихо, тихо. Я понял, я куда-то попал не в туда, куда надо. Тихо. А, боже! Куда бежать, куда бежать, куда бежать, куда бежать? Я понял, до свидонь. Почему на меня? Вон сколько мяса, смотри. Кажись, мне челик помогает там. Ой-ой-ой-ой, тихо, не гори. Что, они его убили? Перекусим. Давай, давай, давай. Анаконда. Готов? Готов. А чё по мне? А почему огонь по мне? У тебя вон, друзья, снизу. Ой.
Спас видос. Сейчас все сделаем красиво. Та зараза. Главное то, что он за мной гонится только. Его другие не интересуют. Ладно, поехали наверх. Вы черт, вы черт, вы черт. Тихо, 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 тихо. Я понял вас. Раз все будет. Вау, 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 вау. Выполняй задачу. Жуть какая. Тревога. Эго-щиты базы отключены. Тревога. Эго-щиты базы отключены. Как дракон вообще внутрь залез? Убейте дракона или выгоните его. Нет, тебе тут место не трогай! Ты брысь ты! Я его не убью просто. Нечем. Нечем. Да он зеленый. Ну, желтый, ладно. До свидания. Бля, ну что это за херь? Объясните мне. Как он меня видит? Ему же сердца кидают эти сраные. Убейте дракона. Я вот... О! А это нормально? Это я на захвате был? Я ж метку на другое место ставил. А, нет? Все-таки на это? Расходный материал. Карта. О, тут тоже карта есть. Боезапасы, купить боезапасы, готово. Отлично. Ты не можешь сюда попасть. Ну почему он сюда попадает, ребята? Какого хера? Ладно, сердца возьму. Готово. Главное, что он стреляет именно туда, где я. Как он в щит попал? Там же было написано, что они не могут проходить. Черт.
Точно что-то пошло не так. Главное, щит включен, но он может ко мне пробежать. Просто жесть. Ну вот что он, вот что он делает? Он меня не видит. На кого-то другого агрится или что? Он желтый. Но если так, я рискую жизнью только ради того, чтобы... И что ты там стоишь? Уходи, уходи. Стоит он там. Да ну заебал. Может мне его рели грохнуть? Даря, ну ты меня надоел. Даря, ну ты мне надоел. Ой, что такое, все? Кажись, я сбил ему щит с головы. На самом деле так было все задумано. Почему? Потому что я могу сделать вот так. Ех-ех. Да? За дебильные шутки. Спасите, Сьюзен. До свидания. Удачи вам в драке. Ух. Да, это хорошо было. Хе-хе. А, пушку перезарядить. Так, сразу отмечаем всех. Их довольно... Заложник! Слышь ты, герой. Чертов. Почему эти просвечиваются, этот не просвечивается? Заложник в опасности. Спасите. Нормально. Киберботан. Все нормально. Ноль проблем. Подожди, мне здоровье дали. Йо-йо. Благодарю тебя от лица мировой науки. Яйца. Что ты боишься? Я слышу, что да, что-то взрывается. А что? Нихера тут телевизоров. Ладно. Давайте тогда следующую базу. Я
Рад тебя прирезать. Вау. Приятели, вы чего? Присылайте врача, я и его убью. Готово. Туда не. Так, хилок у меня нету. Да. А что вот взрывается, не понимаю, это типа... Она должна хватить, мне кажется, 23 сердца. Здесь очень, на самом деле, быстро все делается. Особые животные. Ведьмы, дикие животные, кабан. Это кабан. Ну да, все остальные звери тут все сплошь и с кибер чем-нибудь. И прочими железяками. А некоторые и долбанными лазерами из глаз пуляют. Лазерами? Это же надо! Попытайтесь осознать, что бродя вокруг и удивляя, где же кончается природа и начинается наука. Кто же додумался дать нелетающим птицам возможность осознать, что они не умеют летать? Так о чем это мы? Да так вот, это кабан. Мне кажется, на спине что-то написано. Да, кабанчиков обделили. Я из них могу тоже что-то добывать. Ладно, погнали. Это че? О, еще новое животное. Что это у нас за животное? Ведение, дикое животное. Бизон-мутант. Признайтесь, бизон это же, в общем-то, корова. Причем довольно спокойная. Они... оберегают свой молодняк, держатся вместе для защиты. И тут мать природа вдруг пичкает их каким-то радиоактивным дерьмом. То ли день неудачный выдался, а то ли ей захотелось вывести спайдер-бизона. Нахрена? Вот зачем надо было лезть в этим жвачным ипи животного мира. Бизон-мутант. Ой, мне там что-то еще дали. Особые предметы, животные. На самом деле животных мало. А что-то новенькое придумать они не смогли. В смысле, вот он опять не умер. Обожаю животных. Обыскать труп. Нахера ты залез? Обыскиваем трупы. Так, птицу слышу. Люблю я это. Я помню, тут еще птицы летали. Мне нужно птицу грохнуть. В ролике, когда мы только начинали еще играть в обучение, там птица летала в воздухе. Вот мне ее нужно найти и грохнуть.
Любым способом. А где ты нитку тут видел? О, она там аж. До нее еще добежать надо. Здрасте. Что, здесь никого нету? Интересно, интересно. Ехали у меня слушателям, в принципе, можно по-тихому всех убивать. Опа. Тут есть коробка. Ну что, в путь. Интересно, так далеко ли я доеду? Получена новая задача. Не оставляйте никого в живых. Запросто. Она изи. Так, генератор можно и грохнуть. В принципе, я сюда все равно забраться могу. Так, коробка. О, кассета. Рок-н-ролл. Новый уровень. Так, это хорошая новость. А ну кто тут есть? Штурмовики, ближний бой, снайпер, тяжелоносец, травоядные, а и хищники. Да. Угу. О, что я нашел. Здорово. Новый транспорт зачислен. Мне кажется, это будет лучшая идея, на самом деле, залезть сюда. Во-первых, тут сигнализацию я вижу. Сигналку вырубить. Я стою дороже, чем мне хватит. Тихо. Больше отдохни. А у тяжелоносец может мне проблем добавить. Это огнеметчик? Зарежу. Ублюдка, если увидит. Блин, сюда второй пришел. Что он делает? А что он смотрит? Ты тупенький. Тихо, 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 тихо.
Огнеметчиков нужно убивать. Ты уже труп. Ладно, зачистку сделаем, закончим серию. Что тут еще есть? Ко мне идешь? Тихо. Все нормально. Кипишуйте. Побегут ко мне сюда наверх, я спрыгну. Ладно, до конца отхилюсь лучше. Ладно, не хочу поднимать шумиху. Хочу поднимать шумиху. До смерти. Блин. Отлично. Да. Все, зачистка сделана. Чувствуешь боль? Это я. Отличненько. Ну что, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии выполним вот эту миссию. И пойдем уже на сюжетку. Хотя... На сюжетку... Ну, в принципе, на сюжетку мы здесь сократим. Вот отсюда телепортнемся, сюда придем. И, в принципе, все нормально. Можно, в принципе, сходить сейчас на акулу. Почему бы и нет. Если они здесь есть поблизости. Если они здесь есть поблизости, почему бы и нет. Главное понять, где они. Акулки. Тихо. Там есть один. И виду. А это что? Ну, минус один индивидуум. Осталось добыть как-то вот этих. Только вопрос как? Ну ладно, давайте потом с этим разберемся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.